1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Главный тренер футбольного клуба «Росток» Леонид Станиславович Кучук. Пожалуйста, ваши вопросы представляйте. Нет вопросов? Пожалуйста. Леонид Станиславович, чем вызвана замена вратарской позиции? Ну и общий итог для вас, как вы считаете, результат в игре? Замена, значит, я считаю, что в любом случае это мой выбор, я его сделал. Значит, или Абаев в трех или четырех случаях нас просто там выручил. Это, квалифицированный игрок, у нас есть Сережа Плисиков и Илья Абаев. Значит, в их квалификации я очень не сомневаюсь. Это первое. Значит, что сказать? Ну, результат игры, ход, общий итог, да, как считаете? Ход игры? Ну, естественно, что он меня не устраивает. Первый тайм 0-1 какой-то. Совсем такой штрафной, вдалеке от, скажем, отворот был получен там, на боковой и подача, ну, просто там не закрыли нас, нарушение игровой дисциплины произошло, и нам забили гол. Естественно, дальнейший проект уже был ход игры продиктован, почему? Потому что все-таки мы постарались сыграть на, скажем, не на победу. Сразу вам подчеркиваю, не на ничего, на победу, да, и начали двигать, продвигать атаки так, ну, скажем, отодвигаться от своих ворот, но в то же время мы немножко стали пропускать очень много встречных атак, быстрых, не успевали закрывать, ну, хотя считаю, что здесь, ну, и замена, и как бы я быстро сделал, скажем, не вынужденная, а преднамеренная замена. Почему? Потому что мне не устраивал ход, ну, игры и все. И именно на атаку, связанную с атакой. Да, пожалуйста, есть еще вопрос. Огромное спасибо, спасибо.